Ага. Он отстающий. Вот он первый. Очередное испытание удочки. Неудобное, нифига. И это цепляется за все. Медуза. Андрюха, бросай все, иди сюда. Интересное явление. Лед опускается, видно, давит. О, сейчас мы наблюдаем высший пилотаж на рыбной ловле. Вот так надо ловить по-астрахански. Сокоряво не получается, но он старается. Это я видно. Просто, блядь, не могу лечь. Телефон, фотоаппарат там, блядь. Хрен с ними, окунь дороже. Вот у нас еще есть рыбак-мусульманин. Он только в этой позе ловит. Другая ему не интересна. Восьмой день. Мы затеряны в дельте. Да, в чем есть шанс провести еще и девятый день. Смотрите, умиляться. И крупный, но вот сюда подошел. Матерый горбач астраханский. Для этого мы проехали 1500. 600-800 грамм обещали. Это разведчик, еще подойдет крупный. Это все время был. Вау, вот это было. Да, это вот крупняк пошел, горбач астраханский.
пипец, как ты ловишь, я все люблю. Никто не ловит, одна подлёпка. Ловлю по-астрахански в приглядку. Вообще тишина, ни одного. Приглядку это есть шестеро вот так ложатся друг на друга и смотрят в большую майну. Как там сазан, нормально себя чувствует? Как называется снасть? Без подсадки? Да нет, там без червёв. Глаз. Рыбий? Ага. Окунька? Ага. И прямо это. Могу червячка дать, есть червяк. Да ну нахуй. Руки обмороженные, блядь, уже не до этого, блядь. Пальцы, блядь, теляка насаживать, это что-то. Бедное дерево, какого закорячего-то. Опять уровень воды. Метра, наверное, два. По весне тут бывает. Плюс. Ветер задолбал, холод этот. Надо попозже, надо приезжать в феврале. Река Толмачевка. Вот здесь. Под корягами вообще нет окуня. Почему только на середине? Что за фигня? Клюет на все. Балансиры, без мотылки, выходами. Короткими. Это без клёвия, говорит Андрей. Вот он, супер рыбак. Выход астраханский. Астраханский выход, пачками набрасывается. Куда его больше? Все, сейчас уезжаем, блядь. Я знаю, там похладнее. О, да, вот это было видно. Вот он, мега окунь. У Юры клюет постоянно, обсверливайте его. Ага. Крупняк пошел. Прогонистый. Несмотря ни на что, предварительно итоги подводим. Уже есть желание приехать сюда на следующий год. Конечно, проработать какие-то вопросы. На что, как, куда. Чтобы рыба была побольше. Мест будем знать больше. Вчера приехали ребята, которые поймали большого окуня. Засовывают видеокамеру, рыба немерено везде. Просто она плохо берет. Вот здесь как-то все это происходит ступенчато. Юра, ты сутулишься. А, о! Гораздо. Рождение шедевра. Все, это конец. Деньги кончились. Продолжение вот тем дурам. Аж куда девать? Как он жрет, интересно. Вот эти кости все вот эти. Слушай, жрет он за 3 секунды. Все, смотри, внимательно. Да подожди ты его сейчас. Это... Ему сейчас плохо будет. Андрюшка, плотну так делил. Чего, Андрюшка? Плотну так делил. Какую? А я не помню, в этом. Я вообще плотну не помню, чтоб я когда-то ловил. Это не плотну, в область. Ты знаешь, мы вот с Сережей, когда судака делим. Это очень сложно, не, да? Не, мы вываливаем так же. Первый раз в бане за 8 дней. Бывает такое. Этап сбора. Сбора. О! Сегодня четверг, 2 февраля.
заканчиваем эту эпопею с зимней рыбалкой, едем домой. Время 7 утра по Москве. Без приключений мы не можем. Сломался замок. Наш товарищ остался внутри. Уже, по идее, должны были когда? Еще вчера уехать, так по идее. Ну, да, да. Вы уже должны дома уже чай пить. Жены. Безбашенный народ. Здесь открытая вода. Они просто переезжают тут. Через 200 метров съезд. Да, эти 200 метров еще проплыть надо. Отобедали за 350 рублей за нос. И погода опять нас радует. Вообще отказ какой-то. Что же будет дальше? Сюда ехали, вообще хорошо было. Обратно, конечно, жесть. Сейчас на еду, и мы вернулись с этого рейда. Все, это конец. Продолжение следует.